Сказал, поехали, Гагарин. Ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий и открытий, прогресса, мира и труда, надежд, желаний и событий. Теперь все это навсегда. Наступят дни, когда пространство, кто хочет, сможет бороздить. Хоть на Луну, пожалуй, странствуй, никто не сможет запретить. Вот будет жизнь, но все же вспомним, что кто-то первым полетел. Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он сумел.